Смотри-ка, в полный рост ходит. Ничего не боятся. Видел, откуда бьет? Видел. Попасть сможешь? Не уверен, товарищ лейтенант, но могу попробовать. Отставить. Только себя выдашь. Совсем обнаглели гады. Знают, что нам ответить нечем. Может, пусть Иваныч с пулемета? Очередью. Не стоит. Пулеметчик сейчас для них совсем легкая цель. И так всех наших снайперов положили. Не всех, товарищ лейтенант. То, что ты, Гурьянов, теорию хорошо знаешь, еще не делает тебя снайпером. Ладно, не раскисай. Скоро пополнение будет. И снайперы будут. Холодно-то тут. А ты откуда, друг? Из Якутии. Да, я читал. Там, наверное, сейчас жуть как холодно. Нормально. Снег уже лежит. А тут снег скоро будет? Не знаю. Пойдет скоро. В честь наших больших побед. Слышите? Это взрывы? Да это наши. Немцев гонят. Не бойтесь. Хорошо все будет. Мясо! Воздух! Снег! Картофель! Улица наша!
Все, улетел. Вставай. Пополнение. Товарищ майор, разрешите войти? Заходи. Ну что там? Вроде все как обычно. Не атакуют, сидят, минами попугают, пропаганду через репродуктор. Что разведка докладывает? Последнюю группу потеряли 3 дня назад. Пошли еще одну. Да было Пескову. Обещанное пополнение 2-й месяц ждем. Я и наблюдение толком наладить не могу. Снайперы голову поднять не дают. А нам ответить нечем. У нас из снайперов только Гурьянов остался. Да. У нас тут лейтенант недалеко Мессер упал. В связи с этим в штабе требуют свежие разведданные. А у меня ни разведки, ни снайперов, ни информации о противнике. Что мне докладывать прикажешь? Поэтому разведку, снайперов набирай из добровольцев. Из тех, кто есть. Слушаюсь. Попросите технику, товарищ майор. Хотя бы артиллерию. Мы их выбьем отсюда к чертовой матери. Разрешите, товарищ майор. Проходи. Пополнение прибыло. 4 бойца. 4. Мессер уничтожил всю колонну. Снайперы среди уцелевших есть? Нет, товарищ майор. Вот книжки. Букнге, букнге, амаки. Кюльпетта, вербетта, болуолы. Букынге, букэмге, амакин. Ылабатта тойбат буалуағы. Букынге, букэмге, амакин. Ылабатта тойбат буалуағы. Букынге, букэмге, амакин. Хорошо поешь. Ты послушал, как я пою, когда я еду на быке? Я и не знал, что якутские песни могут быть такими веселыми. А то ты все затягивал, что спать хотелось. Затягивания тоже нужны. Вот бывает, в телеге трясешься. Как затянешь, будто легче путь. Каждому делу своя песня. А сейчас твоему делу какая песня? Ребят, тихо. Устали, ребята? А это кто поет? 3 Николая. Прям все 3 поют? Николаев Николай Николаевич. Разрешите поприветствовать? Валяй. Прорядил ваши ряды мессер-то. Да если бы он по мессеру не начал стрелять, добил бы он нас. Слушай, Ник-Ник. А? А какой у вас язык?
Язык? Красный? Я тебя про язык спрашиваю, а не про язык. А, про язык? Ну, например, как по-вашему человек? Человек? Ну, это от человека зависит. Есть человек-мужчина, а есть еще и женщина. Иди ты. А мальчик тогда как будет? Мальчик? Это тоже смотря какой мальчик. Я, например, мальчик Коля, ты мальчик Миша. Да ладно. Корова тогда? Как корова, по-вашему? Корова? Корова бывает разная. Есть, например, Манатчия, Эренчикей, Рюстех. У нас в колхозе даже хамуртос есть. Хватит. Я тебя спрашиваю, как корова будет? А, так бы сразу сказал. Хамуртос — это жучок. Ладно, дались мне ваши коровы. Только дурака валяешь. Я? Дурака валяю? А разве нет? Тогда скажи, как по-якутски «здравствуй»? Здороваться как? Эренергой. Вот так. Вот видишь, человек сразу сказал. Не то, что ты. Михаил? Егор. Браво. А ты че застыл? Николай Демин. Дегер, бин. Кательмана? Эхангарды был, пиолинтюн келлим. Энтегер болу. Мен бирсел болу. Рапы кэнди. Радисты джанда. Радисты джанда. Это наша идея. Энтегер кематон эстрелин. Мен аунисты келлинда. И давай чарин. За мной. Есть. Чего, Таркатанин? Еще увидимся. И еще. Вы там не высовываетесь особо. Уж больно внимательный у них снайпер. Ясно? Так точно. Свободен. Товарищ лейтенант, по вашему приказу прибыли. Благодарю. Свободен. Есть. Чарин. Я. За мной. Почему не доложили, что открыли огонь по атакующему вас самолету? Не могу сказать, товарищ лейтенант. Так получилось. Стрелял сгоряча. Неприцельно. Неприцельно, значит? Так точно, товарищ лейтенант. Ложитесь и стреляйте во вторую мишень. А куда его бить, товарищ лейтенант? А куда бить врага, чтобы сложить его наповал? Была бы белка, бил бы в глаз, чтобы шкуру не повредить. А фашистская шкура кому нужна? Подумайте. Куда целились? В лоб, товарищ лейтенант. Куда же все-таки следует стрелять врага? В сердце, товарищ лейтенант. Стреляйте. Полагаю, вы стреляли чуть выше сердца? Разрешите доложить, товарищ лейтенант. Моя пуля легла ровно. Думаю, фашист не будет стоять передо мной в полный рост. Скорее будет лежать. Через плечо пуля и достигнет сердца. Если только у фашиста сердце не опустится, как у волка. А при чем здесь волк? Волк, товарищ лейтенант, как сядет торчком, так у него сердце вниз и опустится. Может даже ниже мочевого пузыря опуститься. Фашист, конечно, тоже волк. Отставить, но... пойдем. Свалилась на голову мне ваша птица. Какая птица, товарищ лейтенант? Гагара.
Железная, немецкая. Чтобы не прицельно били. Упал в 2 километрах отсюда. Самолет уцелел. Летчик погиб. Рядовой Чарин. Желаете стать снайпером? Так точно, товарищ лейтенант. Рядовой Чарин готов служить снайпером. Буду ходатайствовать о вашем штабе. А теперь идите к своим. Так точно. Чуть-чуть задело. А то в прошлый раз замучился тебя тащить. Ты висишь, как лошадь. Хоть бы конем назвал. Подойдите. Осталось? А если вы ранены, медицинская помощь. Попей. Совсем расстроился. Все, успокойся, перестали уже стрелять. Еще попей. Опять музыка. Немцы-фашисты. Держись, Гриша. Цель не стоит и патрона. Расчет вон там. Когда пулемет затихнет, у тебя будет 7-8 секунд, чтобы снять пулеметчик. Братцы, они сейчас останут! Гурьянов, ко мне! Отдай винтовку Чарину. Расчет прикрывает снайпер. Ясно. Разрешите взглянуть? Давай. Их там трое, да? Плотно работает. Работает. Выполняй.
Бери. Задание для вас будет. Мы потеряли пулеметный расчет точным снайперским огнем. Фон Рюлих, я предлагаю перейти к более решительным действиям, пока они не расправили крылья. Господин Браун, наше превосходство может оказаться не более чем самонадеянность. Вы уверяли, что русские обескровлены, что группа Шульца уничтожила всех снайперов, а они уничтожают тремя выстрелами пулеметный расчет. Я боюсь, что мы упустим момент. Весной 42-го года одна из наших дивизий решила прорвать оборону почти обессиленных русских. Разведка докладывала, что они не в состоянии дать достойный отпор. Но в их распоряжении оказались пара десятков молодых, почти не обстрелянных снайперов. В итоге атака захлебнулась, а позиции были утеряны. Вы же прекрасно понимаете, господин Браун, что мы не можем так рисковать, пока не подойдут дополнительные силы и танки. Русских появился снайпер. Организованно сработали. Не переживайте, Шульц. И этих уничтожим. У меня для всех место найдется. Теряете бдительность, товарищ боец, а враг не дремлет. Здравия желаю. Старшина Шагуров, сержант Пономарев. Вот наши документы. Пожалуйста. Гурьянов, Черин, подойдите сюда. В общем так, ребят, судя по точности их артиллерии, корректировщик обосновался где-то вот в этом районе. Ваша задача — выйти во фланг центральной линии, вот сюда, и... Старшина! Я? Снайперу Черину выдать оружие. Есть. Идти надо аккуратно. По тонкому коридору вокруг все остальное заминировано. Обнаруживаете корректировщика, выбираете выгодную позицию. Ровно в 6 утра Иваныч открывает огонь. Вы под шум его пулемета убираете корректировщика и домой. Ясно? Выполняйте. Есть. Так, точно. Товарищ лейтенант, разрешите обратиться? Тут к вам. Здравия желаю. Старшина Шагуров прибыл по приказу командования фронтом. Разведка? Так точно. Лейтенант Лобода. Чайку бы. Это можно. Пойдем. Место здесь хитрое. Ни справа, ни слева не обойдешь. Нам бы 3-4 танка. Мы бы выбили их отсюда. А танков не будет, братцы. Ваша главная задача — держаться и держать позиции до тех пор, пока командование не примет единственное верное решение. Тогда вы здесь зачем? Приказано нам ваши достопримечательности посмотреть повнимательнее. Смотри, лейтенант. Самолет, который сбил твой рядовой, имел топливо где-то примерно на 10 минут лету. А это значит, что где-то рядом находится взлетная полоса. Но мессер ведь не просто так прилетел на прогулку. Он конкретно шел на цель. А значит, что окопались они здесь основательно. И что из этого? А вот что. Если мои предположения верны, и немцы действительно стягивают сюда всю технику,
то рано или поздно они вас выбьют и выйдут на стратегически важные объекты. А если нет, тогда мы с вами должны с тем составом, который у нас есть, постараться выбить немцев. Еще вопрос. Борода воевать не мешает? Нет, товарищ лейтенант, не мешает. Вы же знаете, что разведчику важен не только навык, но и везение. Я побреюсь, но немного позже, когда мы сделаем с вами одно большое дело. Вижу цель. Скорее всего, это пулеметчик. Да. Ты будешь 52-й. Не стрелять. У нас есть более важная задача, чем твой личный счет. Оставаться на позиции. До моего возвращения только наблюдать. Не открывать огонь ни при каких обстоятельствах. Черт. Ну что, не клюет? Распугал Егорушка ты всех снайперов. А это зачем? На охоту собираюсь. А это разве по уставу? По уставу, по уставу. Все ясно. Да. Ну да. Ровно в 6 дам несколько очередей по воробьям. Держи. Ну смотри, вернешь. Уж больно они мне дороги. Ну, братцы, не подведите. Иваныч. М? Дай банку. Ну, я уж доел все. Тут на дне было. Мне не кушать. А то смотри, я Бычкову скажу. Накормит. Спасибо. Откуда у них снайперы? Пополнение. Мы представляем исключительную важность для будущего прорыва армии. Я бы об этом знал, тем более если речь идет о группе снайперов. Все 3 выстрела произведены из одной точки. Может, их всего 2, но я думаю, что это 1 стрелок. Профессионал?
У русских нет профессионалов. Есть исключительно одаренные защитники своей земли. Поэтому нас всегда ждут сюрпризы. Видишь, курит? Вижу. Когда Иваныч начнет, ты стреляй. Как я? Ты. А если он не выйдет? Я его выманю. Да говорю ему, не могу я больше кашу твою есть. Ну и как? Мясо давай. Иваныч. Ну да. А? Ты земляка моего не видел, а? На меня похож. Говорят, тебя надо спросить. Егор, что ли? Ага. А зачем он тебе? В штабе связь наладили с тылом. Там буду работать теперь. Повидаться хотел. Земляк же. Так задание у него важное. Очень. А-а-а. Фу, ты заболтал ты меня. А ну, радист, не мешай! Надеюсь, у вас все получилось. А вот и 52-й. Гурьянов. Уничтожили? Черин. Черин вернулся? Не знаю. Что случилось? Вот он. Иди, Черин. Ну ты, Черин, языка притащил. Тяжелый гад. Meine Aufgabe ist es, das Störfeuer einzurichten. Он говорит, что его задача корректировать беспокоящий огонь с целью деморализовать противника перед возможной атакой их войск. Количество техники, сколько танков? Wie viele Fahrzeuge und Panzer haben Sie? Wir haben überhaupt keine, aber bald wird es anders sein. Тяжелой техники нет вообще, но скоро, наверное, будет. Почему? Warum? Ich weiß, dass Erhard, der Mann meiner Cousine, mit dem Nachschub angekommen ist. Werkstattmechaniker. Он говорит, что с пополнением прибыл муж его двоюродной сестры, Фридрих. А он механик, всю войну прослужил в ремонтной роте. Сколько снайперов работает? Wie viele Scharfschützen?
arbeiten? Ich weiß es nicht genau, aber es ist Dirk Schulz letzten Monat zu uns gekommen. Er ist ein besonderer Scharfschütze. Man sagt, er hat einen sechsten Sinn. Scharfschützen und die Aufklärung des Feindes. Он точно не знает, но знает, что в прошлом месяце прибыл сам Дирк Шульц. Его задача полностью нас ослепить. Говорят, у него нюх на снайперов и на разведку противника. Кушайте на здоровье. Кистятина. Бламанже, пожалуйста. Так, проходим, не задерживаемся. Пирожки. Так, а вы чего изволите? Так. Печенье, вареньки. Рановато нынче снег пошел. Ну да. Кушайте на здоровье. Проходим, проходим. Приятного аппетита. А можно мне битки из телятинки? Пожалуйста. Кушай на здоровье. Будьте добры, блан-манже. Блан-манже? Блан-манже. Будет тебе блан-манже. Опа! Благодарю. А вы чего изволите? Мне отбер печенье и битки из телятины. Уж что-нибудь одно. Откуда? Из Якутии. Фу. Так это ты нам снег принес. А он еще сегодня языка притащил. И снайпера завалил. Так этот снег в честь твоей первой победы. Будут тебе и битки из телятины. Кушай на здоровье. Спасибо. Слушай, Бычков, а если он нам и Гитлера притащит? То я все меню приготовлю. И баранину. Дождешься от него. И баклажаны. Баранину. Я даже жаворонка в желе приготовлю. Приятного аппетита. Даже я столько каши не съел. Миша, нас к Иванову зовут. К Иванову? Ага. Подожди. Для начала не надо бояться. Волк всегда чувствует твой страх. Не поддавайся ему. Он твоя мишень, а не ты его. Наведи на цель. И отпусти все. Что? Не бойся. Не жалей. И вообще, забудь обо всем. Теперь между выдохом и вдохом стреляй. Ну вот видишь, работает. Работает. Все, пошли. Слушай, Егор, а ты знал, да, что я не попаду? Ну, тогда, в немцы. Ну, я знал, что у нас все получится. Просто ты, Миш, очень добрый человек.
И я знаю, что тебе непросто. Подожди. Иванов это кто? Комсорг, что ли? Не знаю, этот. Причесанный такой. А. Товарищ лейтенант, рядовой Гурьянов и рядовой Черин по вашему приказу прибыли. Где это вы ходите? На войне выходной не предусмотрен. Это вам не дома. Виноваты, товарищ лейтенант. Мастерство оттачивали по мишеням. Орлы, вы храбро сражались, поэтому мне приказано вас поощрить как-то. Просите, что надо. Спасибо, товарищ лейтенант. Но нам и так выходной дали. Да и Бычков накормил от души. Бычков молодец. Бычков может. Ну, нет так нет. Надо. Что надо? Зеркало надо. Зеркало? Вы бы что-то хоть полезное попросили. Очень надо, товарищ лейтенант. Пу-пу-пу. Да. Ну, надо так надо. Держи. Спасибо, товарищ лейтенант. Подожди. Дай зеркало. Ну все, идите. Слушаю. Да. Есть, товарищ генерал. Вы хотите, чтобы командование перебросило танки из одной немецкой роты? Может, мне еще в генеральном штабе попросить, чтобы всю авиацию туда направили? Товарищ полковник, Шагуров допросил языка. Все указывает на то, что они интенсивно наращивают силы. Думаю, стоит ожидать появления тяжелой техники. Плюс сбитый мессер явно не издалека прилетел. Если ударят в ближайшее время, то мы получим прорыв. А это 15 километров и совсем другие последствия. Дайте хотя бы 2-3 танка, тогда точно удержим. Сколько бы их там ни было. Пусть Шагуров к ним за шиворот поглубже заглянет. Если что найдет, то к разговору о технике вернемся. А если нет, то встаете и голыми руками выдавливаете немца. Может, у кого опыт в разведке имеется? Или кто отметился особо? Да они у меня тут все герои. Трусов точно нет. Здравия желаю, товарищ лейтенант. Разрешите спросить? Разрешаю. Когда в атаку? Там наши по всем фронтам немца гонят. А мы тогда самой победы на Бычковских щах сидеть будем. Возьмешь, бойца? Возьмешь? Куда возьмешь, товарищ лейтенант? Опыт в разведке есть? Так точно! В поезд ходил! В разведку пойдешь? В разведку, конечно! Да и снайпера бы нам, толкового. Чарин, товарищ лейтенант. Он и по самолету, и языка. Отставить. Да, толковый только один. Товарищ лейтенант, рядовой Чарин по вашему приказу прибыл. Какое у вас было задание? Устранить корректировщика, товарищ лейтенант. Мои снайперы, рядовой Чарин, должны точно выполнять приказ, а не подвергать лишней опасности себя и товарищей. Это ясно? Так точно, товарищ лейтенант. Поэтому сегодня отправляетесь снайпером в составе разведгруппы Пономарева. Выполнять. Есть. Товарищ лейтенант, это ваш. Подождите. Возьми. Один раз ты мне их вернул,
вернешь еще раз. Ясно? Так точно, товарищ лейтенант. Идем прямо в лоб к врагу. Наша задача просочиться через все рубежи немецкой обороны и уйти глубоко в тыл. Перед их заграждениями все заминировано. Поэтому мы двигаемся от воронки к воронке. Там мин не будет. Сдетонировали после артобстрелов. Не торопимся. Впереди иду я и Егор. С его острым глазом и чутким ухом. После первой немецкой траншеи придется прибавить ход. Наша задача — скрыться в лесу до рассвета. Я бы тоже пошел. Ты, Гурьянов, здесь нужен. Давай, давай, давай. Schmeckt gut. Ja, besser als gestern. Unser Koch hat alle seine Mühe gegeben. Und dann hat sie so gelacht, dass ihre vom Tabak braun gewordenen Zähne hervorkamen. Das war echt scheiße. Weißt du, sie wollte von mir 10 Reichsmark haben. Wahnsinn. Du kriegst nichts von mir, habe ich gesagt und bin weg. Und du? Wie ist es bei dir? Wie war dein erstes Mal?
Ничего себе. Прямо под носом прошли. Здесь нас не ждали. Там дальше будет сложнее. Смотри-ка, старый мост восстановили. Видать, технику тяжелую ждут. Надо глянуть, что на том берегу. Прикрывай, как переправимся, сразу за нами.
русские солдаты. Это замечательная музыка. Для вас. Как вас зовут? Егор. Чарин. Also, господин Чарин, очень приятно познакомиться. Ich bin Oberstleutnant von Rüllig. Как вы себя чувствуете? Я по-русски плохо говорю. Я тоже, но я уверен, мы поймем друг друга. Как представители северной нордической расы, привыкшей к холоду, тем более вы мой гость. Гость? Германский плен? Лучший плен в мире? Вы уловили самый суд. Где мои часы? Пожалуйста. Может, желаете что-нибудь покушать? И это можно? Конечно, вы же мой гость. Шницель, баумкухн, говядина, баклажаны. А есть Альбер печенье? Конечно, найдется. Только для начала выполните мою просьбу. На радио почитайте вот этот текст. Я? На радио? Только я не умею читать. Ладно, не страшно. Просто расскажите, как вам тут хорошо? И как вам плохо жилось в СССР? И единственный выход для солдата – перейти на сторону Германии. И это все? А про еду можно? Ну, как у вас тут хорошо кормят? Пожалуйста. Друзья, солдаты! Я пришел в гости к немцам. И теперь меня вкусно накормят. Я буду есть альбер печенье, анчоусы, артишоки, баклажаны, баранину, бифштекс и даже битки из телятины. И там каша. Когда я жил в СССР, я совсем не ел мясо, потому что у нас был один жадный Бучков. Приходите в гости к немцам. Они вас тоже накормят. Ну давай, Саня, дерзай. Не пойду. А можно я к своим братьям-якутам обращусь? Ну, чтоб за русских не воевали. Я им на своем родном. Пожалуйста. А теперь... Запомните мои слова. Риски улахан. Далага бар. Риски улахан. Далага. Достаточно. Минсо атаккаллам. Минсо атаккаллам. Тохотох. А что, простите, значит далага? Сдавайтесь. Вы свободны. А еды не будет? Далага. Нос!
Wir nach! Schneller! Кто здесь? Прости, солдат. Здравия. Сиди, сиди, сиди. Коля. Послушай, Арюски, Улахан, Далага. Это по-якутски, что ли? Да, по-якутски. Арюски, Улахан, Далага. На реке Большой мост? На реке Большой мост, хорошо. А вот еще. Мин Сагато, Халым. Халым. Я остался один. Передай в штаб о провале операции. Есть. Herzlichen Glückwunsch, Schulz. Поздравляю, Шульц. Вы снова подтвердили свою репутацию. Что у вас с лицом? Я допустил ошибку и был обнаружен снайпером. Это на вас не похоже, Шульц. Тем не менее, вы можете перевести дух. Этот русский Иван не доставит нам больше проблем. Хотя, говорят, он не был похож на Ивана. Я думаю, что это был охотник. Азиат из Сибири. Азиат? Азиат. Ройтер! Рядовой. Bring diesen Russen. Приведите этого русского. Komm. Los aber jetzt.
Вот в старых траншеях солдата нашел. Как зовут? Егор. Как там оказался? Задание у меня. Обнаружить немецкие укрепления. Разведчик? Снайпер. В составе группы. А остальные где? Погибли. Дай ему, пусть накинет. Там у них танки и горючее. Даже полоса имеется. Тут они на нас охоту открыли. Из 200 15 человек осталось. Техники много. Прорыв готовят. Надо сообщить командованию. У вас рация есть? Есть рация. Только боюсь, как бы хуже не сделать. Перехватят же. Да и с прорывом медлить не будут. И нас обнаружат. Так давайте я на своем. Меня там поймут. У нас на рации 3 Николая. Пока немец поймет, что к чему. Ну да, идея хорошая. Неплохо придумал. Долгун-долгун баргунду. Долгун-долгун баргунду. Долгун-долгун баргунду. Чарин? Чарин! Чарбагаргун хэрэ таарт. Бэркэ-бэркэ истэбэн. О, мин уолум обургу. Ты нахэ бикким буалбатду. Күтүрдертен күрәмін бәйе жоны көрті бәстім. Жүгір чөп бартыған манна істен олорор. Коля, что происходит, а? Чарин! Тоқсорлар күтәбейдің бұаттан дава тұтты бұттарын білдерер көксібін. Отуттан тақса жырға ұматы кәтәхін күйден тұраллар. Аны оны тағынан. К атаке готовятся. Как пить дышать. Что это? Черен на связи. Тонкес быстына хардарар бен кетер. Ну что там? Танки. Целая рота. На, посмотри. Ну, я так и думал. Ну, а где они рацию взяли? Партизаны месяц назад выходили с нами на связь. Потом молчали. Доложи Беляеву. Теперь точно бронетехника и артиллерия нужна. Не дадут, лейтенант? Никто не поверит солдату, который недавно был в плену. А вдруг немцы заставили его, чтобы мы все силы стянули сюда, а сами ударили в другом месте? Это мы с тобой знаем, что Черен скорее умрет, чем предаст родину, да еще на родном языке. Там
танковая рота. Может, две. А у нас несколько единиц партизан и Черин. Фон Рюлих, мы готовы нанести удар. Наши силы превосходят силы русских в разы. Вам не кажется, что будет более разумным дождаться переброски танков к передней линии? Меня настораживает опасная активность у нас в тылу. Сегодня была запеленгована партизанская радиостанция. Мы не можем терять ни минуты. Я уверяю вас, к прибытию танков там не останется ни одного русского. Фон Рюлих, послушайте это. Господин Черин, я жду только вашего приказа. Готовьте атаку. Далага, сок болуа. Ну чего там? В общем, надо мост подорвать, чтобы у немцев не было возможности быстро переправить танки. Ну это легко, только вот чем подрывать-то будем? Винтовка для меня найдется? Найдем, только патронов маловато. А мне много и не надо. Хорошо, сделаем. Ага, попробуй здесь найди чего в темноте. У тебя чего там? Да нету ничего. Только одни банки да гильзы пустые. Нашел! Тут она, родимая! Dein alter Freund, ваш старый знакомый, азиат. Русский азиат, сейчас прячется где-то в лесу. Ich bin kein Blutrund. Я не ищейка. Du hast besondere Witterung. У вас же особое чутье. Уничтожьте его, и я гарантирую вам отпуск. Wo denken Sie ihn zu entdecken? Где вы думаете его обнаружить? Die meisten Russischen. Большую часть русских разведчиков я уничтожил у моста. Из-за географических особенностей они все пересекают реку, а мост притягивает их внимание как магнит. Главное правильно наблюдать. Думаю, рано или поздно он появится именно там. Принесите мне его часы. Я позабочусь о том, чтобы вы были удостоены Железного креста. Устанавливайте мину и уходите оттуда. Хорошо, сделаю. Подожди, Матрёна. Ты чего? Какая еще Матрёна? Патроны, говорю. Не густо. Чем богатый, брат? Все. А что дальше? Идите. А ты чего? Я технику дождусь. Ну, как знаешь. Давай. Сегодня музыки-то не будет.
Танков нет. Неужели без танков наступать собрались? Ну, Егор, не подведи. То у нас шансов, смотрю, немного. Красноармейцы, пришло время разбить фашистского оккупанта и приблизить нашу победу к бою! Стоять!
Большое дело сделали. Позвольте. Прошу. Черен, что ли? Точно черен.